Всем привет, с вами Комаров Виталий. И, короче, меня задолбали с таким вопросом. Вот как ты с телефоном работаешь своим возле станка? Это же вредно. Станок у меня электромагнитный. Вот в этом отрезке видео вы видите станину этого станка. Длина этой станины 3 с лишним метра. И все это сплошной электромагнит. Сейчас мы проверим вот этот телефон. Вот он все включен, в нем стоит сим-карта, мы на него звонить будем. Будет ли он работать или нет? Так, сейчас я включаю электромагнит. Подносим. То есть вот так вот он магнитит. И вот я ложу свой телефон. Он даже не магнитится. Сдвинуть вот эту хрень невозможно. Так, Валера, звони. Смотрим. Позвоните. Вот. Свое ты мне звонить узнал, будешь? Вот. Станок включен. Вот так вот телефон. Он не гасит. И ты вот тут, я тебе звоню. А чё? Во. Интересно. Позвонить на него не получается. Во, блин. Какая штука? Ну-ка, а мы сейчас попробуем позвонить. То есть, мне на станок хотел сказать, на телефон позвонить не могут. Так, последние вызовы. Нажимаем. Позвонить нет. Звоним. То есть, на него позвонить нельзя. А вот он сейчас позвонит, нет. Ну-ка. Даже с места не сидеть. Короче, он не звонит. Во, блин. Еще раз. Он не звонит. Во. Но он не ломается, ничего. Но позвонить нельзя. Во. Ага, убрал я. Выключил я листогиб, убрал телефон. Во. Все, это отлипло. Сейчас. Ты сейчас звонишь, да? Вот, сейчас на него звоним. Не понял. Вот сейчас рекламу слушаем. А сейчас я звоню. Что, хана телефона, что ли? Ну, звони. Скотина. Не, он светится, но он не звонит. Смотри, через камеру. Ну-ка. Давай, набирай. Я что? Нет, не ты, я набирай. Это я тебе сказал. Блин, электромагнит как-то действует. Такой магнит, я смотрел видео, неодимый, мощный. О, свистулька пришла. Это смс-ка. Ты что, я звонил? Ну да. Ну подожди, сейчас позвоню. Не, он тебе сейчас вроде звонит или нет? Здравствуйте. Вы проверили дом. Я увидел ваш. Сейчас я тебе звоню еще раз. Не может быть такого. Вот мы снимаем. О, отражение можно поглядеть. Сим первое. Ну, давай. Угу. Все, заработало. Все, вызов пошел. Ложу. Подожди, не выключай, не выключай. А я выключил. Выключил, да? Еще раз. Давай еще раз позвоним, и я сейчас потом включу. Да. Сим первое. Так, вот он сейчас звонит. Вот. Прижимная балка. Все. Во! Связь мы включили. Че? Раз, два, три. Не, он так он работает. А, нет. Ай. О. Тихо.
От телефона перестал станок работать. Не понял. Ребята, я телефоном станок сломал. Все это есть? Есть. Охренеть. Надо питать мне идет на него. Во! Так что вот так вот. Короче. Станок перестал работать. А телефон работает. Телефон работает. Обалдеть. Вот такая вот петрушка. Так что я начинаю ремонтировать свой станок, ребят. А вы имейте в виду, Самсунги. Ломают станки. Ломают электромагнитные станки, блядь. Пока, ребят, подписывайтесь на канал. Еще чуть-чуть почудим.